темой очередной религиозной проповеди наиб имама Экибастузской мечети Кайроллы Абилдабекулы стали вопросы на тему «Независимость – дар Всевышнего». Религия ислам обязывает мусульман защищать и ценить 5 вещей. Первая из них – родина, вторая – религия, третья – честь, четвертая – душа, пятая – то, что имеешь. Подобно птице, защищающей свое гнездо, каждый мусульманин должен любить и защищать свою родину. Почитание родной страны, земли, прославление ее – обязанность каждого человека. Сегодня наша страна процветает, а народ живет в мире. По мнению наиб имама, каждый должен ценить все это. Каждый день, который мы проживаем в здравии, и есть дар Всевышнего. И если мы не будем ценить это, Аллах в силах все это отобрать у нас. Поэтому и независимость нашей страны мы должны принимать и понимать как великий дар Божий. В советское время любая религия подвергалась преследованиям, а количество религиозных учреждений было невелико. До приобретения суверенитета в стране было всего 65 мечетей. Сейчас, хвала Аллаху, насчитывается около 3000. У людей появилось больше возможностей повышать свою религиозную грамотность. Поэтому мы должны молиться за родную страну, защищать родину, трудиться во благо нашего независимого Казахстана и воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма, резюмировал наиб имам мечети.